Следующая на этой сцене появится Екатерина Крастелева. Кате 18 лет, она учится в Алтайском институте культуры и успешно занимается вокалом. В позапрошлом сезоне «Ретро Блиц» Екатерина получила приз зрительских симпатий. Пользуясь случаем, дорогие друзья, не забывайте голосовать за наших участников. Мы возвращаемся к песне, которую исполнит Екатерина Крастелева. «Кабаре». Sneaker.